Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Дня России, главного государственного праздника, вручил ряду жителей Свердловской области государственные награды Российской Федерации и региональные знаки отличия. Приветствуя собравшихся в резиденции губернатора, Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. Каждый год, каждый день жизни нашего края – это еще одна страница в летописи великой страны нашей России. Во все времена и на всех направлениях уральцы умели быть на высоте, стремились быть первыми, оправдывая высокую репутацию опорного края державы. Не зря говорится, что в жизни всегда есть место подвигам. Не только в военное время, на воинской службе, но и в мирной повседневной жизни возникают ситуации, проверяющие людей на мужество, отвагу и готовность к самопожертвованию. Сегодня в этом зале присутствуют родители Василия Лаврика, мастера аварийной диспетчерской службы «Екатеринбурггаза». Он погиб, спасая людей от взрыва газа. И мирный подвиг Василия Лаврика удостоен ордена мужества. Награду губернатор вручил родителям героя Ирине Геннадьевне и Павлу Васильевичу, выразив им благодарность за то, что вырастили и воспитали достойного гражданина, честного человека, настоящего патриота. В колонном зале дома Севастьянова, где проходила церемония вручения наград, собралось немало представителей трудового Урала, рабочих, инженеров, руководителей промышленных предприятий. По словам губернатора, это еще раз подчеркивает индустриальный характер экономики региона, историческое признание Свердловской области быть лидером российской промышленности. Среди награжденных знаком отличия Свердловской области за заслуги в ветеранском движении Янина Кадочникова, председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию граждан и работе с молодежью Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров. Вот сегодня получать награду из рук губернатора – это очень ответственно. Очень почетно и, конечно, волнительно, но и очень приятно. Мы благодарим вас лично, Евгений Владимирович, мы благодарим правительство области, благодарим наши муниципальные советы ветеранов и Юрий Дмитриевич Судаков лично вас за высокое признание нашего труда. Вы знаете что, коллеги, друзья, у ветеранов сегодня есть еще порох в пороховницах. И признание нашего труда – это стимул к дальнейшей работе. Ну, а работа наша что? Это воспитание патриотизма у детей, у подростков, у молодежи. На личном своем примере, на примере нашей традиции, нашей Родины. Нам нужно, чтобы они росли и выросли умнее, чем мы. Лучше, чем мы, счастливее, чем мы, ведь им строить будущее нашей России. Обращаясь к участникам церемонии, Евгений Куйвашев поздравил их с заслуженными наградами. От всей души поздравляю всех вас с заслуженными наградами. Это достойная оценка вашего добросовестного труда, весомого вклада в развитие экономики и особых достижений в профессии. Я благодарю вас за отличный пример профессионализма, ответственности и преданности своему делу, который вы даете своим пример, своим коллегам, близким и молодому поколению. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов.